приветствуем в сегодняшний праздничный вечер. Очень рады видеть вас всех, и свое музыкальное приветствие предоставило известное в Иркутске трио в составе скрипка Наталья Авесоломова. Фортепиано Наталья Тихонова. Партия виолончели Валентин Тихонов. Ансамбль в этом составе неоднократно участвовал в вечерах, в которых принимал участие и герой нашего сегодняшнего вечера Марк Сергеев. Неоднократно Марк Давыдович высказывал свои восторженные впечатления по поводу выступления этого ансамбля. Я полагаю, что мы также с удовольствием присоединяемся к этому мнению. Спасибо. Наш сегодняшний концерт проходит и посвящен сразу трем событиям. Первое из них – 80-летие замечательного человека, почетного гражданина города Иркутска, ветерана, заслуженного работника культуры России Марка Сергеева. Это первое. Марк Давидович Сергеев прошел всю войну. Он был ветераном Великой Отечественной войны. И вам, дорогие наши ветераны, которые пришли сегодня на наш концерт, мы также его посвящаем и приветствуем вас. Ну и, наконец, тот праздник, который будем все мы, иркутяне, завтра отмечать. Наш концерт также посвящается 345-летию нашего любимого города, города Иркутска. Мы очень рады, что сегодня здесь у нас в зале многие поколения, и старшее поколение ветеранов, и те, кто работал вместе с Марком Давыдовичем, кто сейчас трудится на ниве творчества, и совсем молодые люди. Это будут сегодняшние наши участники концерта. В этом видится нам преемственность творческой деятельности Марка Давыдовича Сергеева. И еще сегодня будет звучать музыка, или посвященная Марку Давыдовичу, как это вот произведение «Грезы любви» Ференца Листа, или написанное на стихи замечательного поэта. Ну а как можно, чтобы прошел такой вечер без звучания подлинных стихов Марка Давыдовича, звучащих именно так, как задумал мастер? И поэтому я приглашаю на эту сцену участника нашего концерта Сергея Захаряна. По тайге цветет багул нетерами, по тайге веселый гул синих птиц. Я, ступив уже за тайную грань, постигаю красоту небылиц. Птицы синие не поймать в вышине, птицы черные не сыскать в темноте. Не грустите, я прошу, обо мне на последней, на прощальной черте. Блещет август у моих дверей, у дверей моих стоит пустота. Мир отсюда и теплей, и добрей, и пронзительней твоя красота. Мне теперь уже ни жестов, ни слов. Вижу я, а вам меня не видать. Видит Бог, я к вам вернуться готов, чтоб хоть слово, хоть привет передать. О Сибирь не теплый Крым, не Кавказ, а Байкал не городской водоем. Я целую уголки твоих глаз, вспоминаю, как мы были вдвоем. Мне теперь уже ни ночи, ни дня, в неизвестность, в бесконечность лечу. Расскажите, как вы там без меня? Может, я еще ответ получу.
светлому имени Марка Давыдовича Сергеева, композитор Антон Темнов. Стихи Владимира Скифа. «Мой край необозримый». Исполняет автор. Заслуженный артист России у рояля Владимир.
Сорокин.
города. Ну, это не тот официальный, большой, серьезный гимн, который звучит обычно в таких вот подобных ситуациях. Это просто, опять-таки, приношение нашему городу. С давней, крутой, своенравной поры стал-то Иркутск на брегах Ангары. С другом приветлив, а с недругом строг, встал над рекой деревянный острог. Нашу Сибирь золотую любя, верим в тебя, мы, как верим в себя. Мы эту веру сквозь жизнь пронесли. Славный Иркутск, середина земли. Эта музыка стихов была созвучна также и музыке реальной. Так родился такой своеобразный гимн, своеобразное приношение Иркутску. Оно было написано для другого состава, но сегодня прозвучит на органе. Посвятить их тебе. Ну, я прочитал и через неделю позвонил ему, сказал, а я на эти стихи посвящаю тебе песню. Вот она и называется «Остров, где звенит гитара». Музыка.
аккорды. В ней столько смешано всего, но вот звучат аккорды гитары друга моего. Голос хрипотцой уже, но он поет и исчезает. Рубцы на сердце и душе. Смените все, что в ней шумит.
50-х годов Марк Давыдович выпустил первую свою книжку для детей. Там были сказки, стихи. С тех пор детское тело было одной из любимых его тем. Он был вдохновителем и создателем чудесного журнала «Сибирячок», который любят все дети и нашей области, и далеко за пределами ее. Я должна сказать, что и взрослые с удовольствием его читают. И, конечно же, как мы сегодня обойдемся без детей, которых мы так любим? Мы приглашаем сюда на сцену детский хор школы искусств. Пожалуйста. Слышит шорох трав, на них горит роса.
очень детский человек, как положено большому поэту, бюро погоды. Голова болит в погоде, и видно будет перемена. Мне пойти в бюро погоды, там барометром служить. Чуть давление подскочило, перемени непременно. Значит, будет переменно, честь имею доложить. Понимаете, какая получилась бы картина? Утром диктор сообщает, будет солнце, сгинет мгла, потому что нам Сергеев нынче ведра обещает. У него давление спало, голова его светла. А иначе для чего бы головная болела и давление бы менялось 10 раз в течение дня? Не возьмут в бюро погоду, я найду другое дело, чтобы зря такое свойство не пропало у меня. И еще одно. Есть друг у меня до белого дня. Удача ко мне, а он от меня. А горе ко мне, он тоже ко мне. А счастье ко мне, а он в стороне. Есть друг у меня до черного дня. Коль я на коне, король для меня. А горе ко мне, а он в стороне. Предательский нож колится в огне. Есть друг у меня до белого дня, есть друг у меня до черного дня, для черного дня есть друг у меня, для черного дня есть враг у меня. В нашей программе звучит музыка иркутского композитора Сергея Михайлова. Два произведения, оба имеют лирическую окраску, лирический характер. Но тема, любима всеми нами, это наш любимый батюшка Байкал. Исполняет произведение Михайлова двое представителей Иркутского педагогического колледжа. Вячеслав Лоскутов и Ирина Прагинцева. Первое произведение носит название «Байкал, ты ведь знаешь». Oh,
Солдаты, в гимнастерках народ.
Владимир Зоткин. С Иркутском связанные судьбы. Домашнее вино милейшего Ильяна.
флягу страны, и водочку, и я пользовался его книгами, и сам под его руководством делал цикл на телевидении по советской поэзии, в которой не было лучше специалиста, чем он. Потом с друзьями мы сидели несколько лет в доме Марка, уже после его ухода. Есть такой дом на улице Дзержинского. И делали зеленую лампу, газету, за которую не стыдно, и которая, в общем, по-марковски, по-пушкински, а следовательно по Марку и называлась. И книжка, из которой я сегодня читаю его стихи, она им написана. Тут такая теплая надпись. Вот. Я думаю, когда я впервые туда вступил, в этот счастливый круг, и разматывал сегодня эту ниточку, и вдруг дошел до старинной фотографии, самым первым из множества моих домашних альбомов. На этой фотографии Марка нет, но на этой фотографии столько света, и столько света в этих лицах. А на обороте написано 1963, Ин Яс, 28 октября, слушаем Марка Давыдовича Сергеева. На завтра утром наш фотограф институтский притащил мне этот снимок, тут я случайно оказался на первом плане. Я понял, почему мне не очень хочется вспоминать эту фотографию, потому что я тут на самом деле кажусь немножко умнее, чем есть, чем был. И красивее, но похож меньше на себя, чем на теперь уже другого мальчика, который сидит в этом зале. Но самое главное, что произошло из-за Марка. Я на этой фотографии за спиной увидел девочку, которая прям вся светится марковым светом. Я до этого почти ее не знал, хотя она была моя однокурсница. Тут, в этот день, 29 октября 1963 года, я ее нашел, взял за руку, мы пошли в кино, и с тех пор не расстаемся ни один день в своей жизни. Она нарожала мне троих детей. Скоро мы едем принимать внука у дочери, которую зовут на девчачьей лапках мама. Как Марка, ее зовут Марка. И я сегодня понял, как должны звать ее сына. Это будет Марк, если она согласится. Последнее стихотворение. Давайте проживем хотя бы год. Загадывать на дольше безнадежно. Нет, сначала. Не тарифно. Давайте проживем хотя бы год. Загадывать на дольше безнадежно. Давайте проживем хотя бы год, неотразимо и неосторожно, чтоб сердце обрывалось до высот, чтоб искренность и правда на пределе. Давайте проживем хотя бы год, как будто он последний в самом деле. Как мелки станут клятвы и грехи, как сладки станут травы и дождинки, как много разлетится шелхи, и счастье заблести посерединке. Итак, в завершение нашего концерта
Лидия Янковская, стихи Марка Сергеева. Пожалуйста, поверьте в любовь. Поет Галиночка Пешкили. Мы уходим с любовью в сердце и с радостью. Всего вам доброго. До свидания.